Доброго дня. Сейчас поступила информация о том, что готовится, дана команда на зачистку лагеря. Разворачиваются сейчас цепи нацгвардейцев и полиции, подобно на автозаке. А сейчас, я так и понимаю, что несмотря на то, что вчера людей, которые защищали лагерь, отпустили без единой пидозы, несмотря на то, что все доказательства того, что позавчера был напад на мешканцев лагеря, а не наоборот, дали команду эту зачистку готовить. Я сейчас показываю, пока еще есть время, то, что тут происходит. Хочу обратиться тем политическим силам, тем общественным организациям, тем людям, которые приходили, фотографировались, лозунги отсюда рассказывали. Сейчас у вас есть возможность показать, что вы действительно за народ. Здесь небольшая совсем группа людей.